Добрый день, мои уважаемые зрители. Сегодня я с вами хочу поделиться своим мнением по поводу переноски патронов к гладкоствольному охотничьему оружию. На охоте, на пострелушках, на любых мероприятиях, где мы стреляем. Естественно, мое мнение не может быть единственно верным. Уверен, что вы меня поправите, дополните, добавите. Буду рад комментариям и советам под данным видео. Вы видите, на столе у меня представлено значительное количество различных систем для переноски патронов. И сейчас поговорим о каждом из них отдельно. Но для начала я, друзья, хотел с вами поделиться своей радостью. Я приобрел новое ружье. В этом видео я впервые рассказываю об этом своим зрителям. Подробности позже. Могу сказать одно. Друзья мои, это ружье ТОС-34, легендарная 34-ка в штучном исполнении. Приобрел я ее буквально на днях, она 91-го года выпуска. Подробно о ней будет отдельное видео. Сейчас я просто хотел с вами поделиться своей радостью. Откладываем оружие, приступаем к патронташам. Начнем, наверное, вот с этого подсумка, о котором я вам показывал отдельный обзор. Это подсумок для переноски патронов. Мне он нравится, но, как отметили мои уважаемые зрители, что липучка издает шум, и на определенных видах охоты это не очень хорошо. Хотя, опять же, если мы охотимся на утку, мы начинаем открывать патронтаж, когда мы уже произвели выстрел, и нам уже, в принципе, на шум все равно. Но надо отметить, шум у этого патронтажа, ну, зверский, конечно, это очень громко. Но мне он нравится. Хотя бы в виде переноски, которую мы можем забросить нам в рюкзак и дополнительно нести патроны, дополнительный боезапас. Следующий вид патронтажа — это бандольера. Бандольера — вещь удобная, бандольера — вещь полезная в хозяйстве. Она бесшумная, она не шумит, как вы знаете. Это, наверное, самое простое и самое дешевое средство для переноски патронов. По-моему, сюда 25 штук можно патронов снарядить. Удобно такую ленту набить патронами, также свернуть, кинуть в рюкзак. Ну, можно как матрос, да, перекинуть через плечо и использовать в таком виде. Но для охоты, конечно, это будет выглядеть, наверное, несколько неудобно, несколько смешно. Классический патронтаж. У меня здесь есть кожаный и, соответственно, брезентовый. Это классический патронтаж, который одевается на пояс. Все его знают. Патронтаж самый распространенный, но мне он не нравится. Однозначно не нравится. Почему он мне не нравится? Полный патронтаж, он постоянно тянет вниз. Если еще там охотник попадется такой авторитетный, крупный, с пузиком, да, то это вообще патронтаж будет висеть там, где не надо, да. Это неудобно. Он сползает, он тянет одежду. Это очень неудобно, по моему мнению. Конечно, найдется много охотников, которые скажут, что я просто его носить не умею. Может быть, это будет и так, но я считаю, каждый выбирает просто для себя, что ему удобно. Мне такой патронтаж неудобен. Не вот такой поясом, не патронтаж вот отдельно разделенный на три части, да. То есть тут у нас целиковый, наверное, даже поудобнее, чем вот такой вот. Это у нас кожаный патронтаж. Я вам показывал недавно посылку, друзья мне подарили. Этот патронтаж старинный. Раньше они были сильно распространены. В общем, не мое это. И мы переходим, как мне кажется, к самому удобному способу переноски патронов. Это одежда, в которой есть специальное отделение для патронов. У меня тут представлены от компании Holster три вида таких систем. Первое — это куртка, второе — жилетка, и третье — это нагрудник. Ну, давайте начнем, наверное, с куртки. Thank you.
куртка Holster. Друзья мои, ну компанию Holster, я думаю, знают все. Представлять охотникам ее не надо. Эта компания наша российская, выпускает одежду, различные те же патронташи, различные аксессуары для оружия, для нас охотников, для стрелков, для спорта, ну на самом высочайшем уровне. Я знаю, что кого ни спроси из охотников, стрелков, они все знают компанию Holster. Итак, что у нас первое? Первое — это куртка. Смотрите, на ней у нас есть карманы с клапанами. И под этими клапанами, соответственно, ячейки из специальной резинки, скажем так, в которые можно поместить патроны. Клапан у нас прикрывает наши патроны. Мы спокойненько закрыли. Боеприпас не намокнет, даже если вы пойдете в дождь, потому что куртка имеет специальную пропитку от дождя. Чем удобна такая куртка, как мне кажется? Она удобна на охоте какой-то ходовой. Предположим, вы идете там за лосиком, за кабаном, за зайцем, неважно. Но вы идете на ту охоту, где вам не требуется большое количество патронов, но они должны быть защищены от атмосферных осадков, от различных механических воздействий. Например, если вы идете на загонную охоту, вам нужно пробраться через кусты, там где-то пролезть. Всегда это определенные сложности, трудности, и патроны открытые могут вывалиться. То есть вы можете за ветку зацепить, у вас патроны вывалятся. Такой же клапан защитит ваши патроны от выпадания, от намокания, от всех проблем. Чем удобна еще эта система? Что вы, например, вот идете за зайцем, да? У вас есть путевка на зайца, предположим, и, предположим, там лицензия на лося, да? Идете вы, идете, у вас заряжен дробь на зайца. Выходите за угол, а там у вас идет навстречу лосик. Что вы должны сделать? Вы должны быстро перезарядиться и взять нужный вам боеприпас. На этой куртке, соответственно, три отделения для патронов. У вас, например, здесь будет пуля, здесь картечь, здесь дробь. Вы знаете, где у вас что разделено. Когда вы используете вот такой патронтаж, ну, конечно, опытные охотники раскладывают патроны, боеприпасы и знают, где какой лежит. Но вот когда у вас на поясе патронтаж на охоте крутится, зачастую бывает, что вы лезете за дробью, а вытаскиваете пулю. Здесь же такой ошибки не будет. Да, кстати, вот этот верхний карман, верхний клапан, можно пристегнуть и ходить с открытым верхним рядом для быстрого доступа к боеприпасам. То есть, если вы уже готовы, что на вас выйдет дичь, взяли руку, вынули патрон, снарядили выстрел. Удобно. Чем удобна куртка? То, что она куртка, она с рукавами, она теплая, можно в непогоду в ней ходить по охотугодьям. Сделано специально таким образом, чтобы вы ее могли одеть сверху вашей обычной одежды. Вот видите, на мне вот обычная курточка, да, не камуфлированная, в которую вы можете идти просто по улице, да. Накинули сверху эту куртку, у которой горловина без воротника, и вам ничего не мешает, вы спокойно в ней передвигаетесь. Соответственно, куртка на подкладке. Регулированные лямки вы можете отдвигать, увеличивать или уменьшать размер этой куртки в зависимости от вашей комплекции и одежды, изначально одетой на вас. Удобно. Да, у нее, кстати, отстегиваются рукава. То есть, если стало жарко, рукава можно отстегнуть. Друзья, у нас вот ураган сейчас будет. Я убрал максимально все со стола, чтобы успеть убежать из-под дождя. Продолжаем быстренько. Следующее. Жилетка. Жилетка — это повторяет, в принципе, куртку, но без рукавов, что логично. У нее тоненькая подкладка. Куртка все-таки та немножко, как будто что-то в ней положен, какой-то утеплитель. Тут она легенькая, летняя. Также очень удобно тем, что можно ее одеть сверху вашей одежды.
как вы видите, в данном случае принцип здесь похожий, немножко другая система клапанов, немножко другие резинки. В данной жилетке, кроме патронов, туда можно положить что-то еще. То есть здесь карман такой большой. Соответственно, все эти системы, что я вам показываю, камуфлированы. У компании Holster различные виды расцветок для различной местности. Можно выбрать ту, где вы будете охотиться. Очень удобно. Также положили сюда патроны, пошли на охоту. Жилетки, куртки, вот эти все системы, они распределяют правильно вес по вашему организму. У вас не будут спадать штаны, у вас ничего не будет оттягиваться. Система, я считаю, самая удобная и самая лучшая для охоты. Также жилетка имеет возможность изменять свой размер. Ливанул дождь, валим. И последняя система, которую я вам сегодня покажу от компании Holster, это нагрудник. Друзья мои, нагрудник – вещь необходимая на утиной охоте. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Нагрудник из себя представляет нагрудник, да, также из камуфлированной ткани. Сзади хлястик с карабином. Одели, застегнулись, отрегулировали на свою толщину. Все, вы готовы к утиной охоте. Друзья мои, почему я считаю, что именно для утиной охоты хорош этот нагрудник? Потому что мы в него можем разместить 30 патронов, 30, например, дробовых патронов на утку. Когда начинается перелет утки, ну, вы, наверное, видели мои ролики, как мы охотимся на утку. Зачастую утка идет так быстро, так часто, что нужно очень быстро доставать боеприпасы и снаряжать ваше ружье. 30 патронов в полуавтомате улетают моментально. Я пошел искать! Когда идет тяга, когда летит утка, у вас всего там считанные 30-40 минут, чтобы поохотиться. Потому что, например, утром или вечером утка летит в промежутке, ну, до часа. Но обычно меньше, 30-40 минут, и все. Но летит много, и нужно быстро много стрелять и снаряжать патронов. Вот здесь, в этом нагруднике, у вас очень удобный, быстрый доступ к вашим боеприпасам. У вас есть возможность быстро доставать патроны, и их тут много. Я, например, показывал вам свои ролики, где я стою посреди болота, там по колено. И что-то куда-то дополнительно положить, там на какую-то кочку соседнюю, там или где-то рядом повесить на дерево, нет такой возможности. Вокруг везде вода. Вот вы что взяли на себя боеприпасы, те на вас они и висят. Больше, ну, вы никуда не сможете разместить. Ну, с рюкзаком стоять, но это неудобно. Что стоите в болоте, ноги засасываются в ил, и очень тяжело передвигаться, и очень тяжело стоять вообще, и стрелять сложно. И поэтому вам надо, чтобы патроны были рядышком, и их было много. Поэтому я считаю такой нагрудник необходимая вещь именно на утиной или гусиной там охоте. Ну, кому что больше нравится. Я думаю, вы со мной согласитесь, что очень это удобные системы для переноски. Я обязательно вам сниму видео практического использования данных систем на охоте. У нас начался весенний сезон, ну, у кого начался, у кого заканчивается, в зависимости от региона проживания. Поэтому, ну, встретимся на охоте, потестим на охоте. Я думаю, мне понравится. Все, наверное, друзья. Жду ваших комментариев.